Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 10, урок 26. Велосипедист ехал А часов со скоростью 14 км в час. Какое расстояние он проехал за это время? Составь таблицу значений полученного выражения. Если множество значений переменной равно 1, 2, 3, 4 и 5, запиши формулу зависимости расстояния S от времени. 14 умножить на А. Это путь, который проехал велосипедист. Путь равен 14 умножить на 1. А у нас это время 1 час. За 1 час велосипедист проедет 14 километров. Если мы 14 умножим на 2, мы узнаем, что он проделает путь, равный 28 километров. На 3 – 42 километрам. На 4 – 56 километров. А за 5 часов данный велосипедист проедет 70 километров. Заполним таблицу. При А равном 1 – S равно 14. При А равном 2 – S равен 28. При А равном 3 S равен 42. При А равном 4 S равен 56. При А равном 5 S равен 70. Третьим действием мы запишем формулу зависимости S от А. S равно 14 умноженное на А. У вас возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.